В 19 году в наших краях были французы. Привет, меня зовут София, да, и сегодня я с Совкой. Да, и даже спустили один из соседей. Вот. Просто рыбкой решили полакомиться. Хорошо, что сегодня, благодаря нашим отважным дедам Франции, Германии и другие страны, тоже наши соседи, а мы живем вольно на нашей земле. Слово предоставляется Петухову Ольгу Олегу Викторовичу, председателю Совета ветеранов микрорайона Салтыковки. Добрый день, жители Салтыковки. Только что во вторник был праздник нашей русской письменности. А сегодня праздник вообще нашей Салтыковки. Совсем недавно был праздник открытия новой эры космонавтики. Наш русский человек Гагарин открыл новую эру поколения космоса. Вспоминается, что в этот день Утесов, перефразируя старую песню, он так мечтал. Без песен прожить не могу я и я. Я им за то благодарен, что, может быть, есть хоть одна у меня, которую любит Гагарин. Без песни на родине жить нам нельзя. Мы с ним породили по-братски. Быть может, он пел об Одессе, друзья. А думал, конечно, о Жадске. О городе. Чего ты говоришь? Ну, подражая нашим поэтам, которые были во время войны в окопах, они перетестовку делали песен. Также я попытался это сделать. Есть место, которое вижу во сне. Мне в этом признаться неловко, но я вам признаюсь, как близкой родне. Мне снится моя Салтыковка, мне снится моя Салтыковка. Наш липовый парк среди лета цветет. Там боксеры. И желтый там пруд у пригорка, как лотос прекрасный кувшинка растет. И быстрая речка Пихорка, там быстрая речка Пихорка. Без родины малой прожить нам нельзя. О ней наши песни поются. Я помню, как в бой уходили друзья. Мечтали сюда к нам вернуться. Мечтали сюда к нам вернуться. Да, в годы войны здесь солдаты прошли. Москву защищать четким строем. И вечную славу в боях тех нашли. Здесь памятник павшим героям. Здесь памятник павшим героям. А жизнь остается прекрасной всегда. Пусть сгинут все вражьи уловки, но где бы я ни был, так тянет сюда в родную мою Салтыковку. Спасибо, что слушали. Рад стараться. Молодые бойцы и будущие защитники Отечества. Шишауров Илья, Мазаев Кирилл, Букин Игорь, Соков Евгений, ученики спортивного клуба «Феникс» тайского бокса. Пошли туда сядем быстрее. Ну да, ну пойдем. Куда? Сиди, так будет драться.